сосед дал номер телефона, я позвонил в военкомат. То есть вы являетесь добровольцем? Ну да, добровольцем являюсь. У вас были денежные мотивы? Ну да, я шров вставить все зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, ни денег работы, ни ничего. А за 15 рублей, я думаю, не вставить в войне. Ну, я бы сейчас служил, я ничего бы не проходил, никакие ни подготовки, ничего вообще не проходили. Боекомплект грузили, там, на машине, там, 5-6 рублей было день. При каких обстоятельствах вы попали в плен в СУ? Ну, было же как, там командир показал идти вперед. В атаку? Пошли, а? В атаку? Ну, как, не в атаку, ну, идти занимать позицию, потому что я ответ как-то шел, да, вперед, на заводе, конечно, ну, там как. Ну, в общем, промзона пошла. Позиция, когда зашла, там вроде бы никого не было. Это район какого населенного пункта? Это Свердловск был. Продолжайте. Ну, и там, короче, мы зашли туда, заняли позицию, вторая оборона. Ну, короче, нас убили там, 5 человек убили. А мы нас, короче, плен взяли, потому что мы попали, сидели, нас под ногами, гранатами закидывали. Что бы вы сказали своим землякам из так называемого ЛНР? Почему сказать? Не идите, пацаны, в армию, не думайте этой серией заниматься. Вот так и скажу. Потому что это вообще-то вот наёб. Потому что спускайтесь, спускайтесь на нас. Вы ранее отбывали наказание? Да, отбывал. За что и когда? Ну, это вообще было наказание еще в 2006 году, потом в 2010 отбывал, в 2018, с 18 по 21 год. Это было наказание, конечно, было в России наказание. За что? Ну, потому что мы 309-го места делали. Подвалось его на по-российски. Или 309-го.